Всем здрасте, подписываемся, ставим лайки, делимся с друзьями, ссылочки ВКонтакте внизу, анонсы стрима ВКонтакте, ссылочки внизу в описании. Продолжаем. Смотрится странно, но тем не менее. Так, хранилище, мать его. Рассказывай, братан, что у тебя новенького, помимо того, что ты уже рассказал? И как долго ты еще планируешь проходить на мои стримы не так часто, как раньше? Потому что меня это особо не радует. Так, если мне не сюда, то мне получается, возможно, куда-нибудь вот сюда. Ну. Хорошо. Тихо. Пока что вниз я не пойду. Ой. Хотя, может быть, сейчас уже самое время. Выглядит, конечно, все это реально очень красиво. Графончик в игре вообще довольно секосный, должен сказать. Надеюсь, ничего не лагает, работает хорошо. Там что-то есть? Вообще, где? Это, грубо говоря, такого рода воспоминания, да? А. Я могу бегать по стене? Попробуй. Я не знал. Это не просто учитель. Да, путь труден. Порой кажется, это невозможно. Но упорство и сила помогут преодолеть любые преграды. У тебя все получится. Так. Теперь двигайся ко мне. Еще. Хорошо. Еще раз. А еще что провалился сквозь текстуру? Так, это не моя вина. Я все делал нормально. Ладно, окей. Еще раз поверь в себя. Да, учитель. Сейчас, подожди. Дай хоть понять, как это в принципе работает. Быстрее, больше энергии. Тебе легко говорить, блин. Теперь доберись до меня. Хорошо. Тихо. Упорство и сила и правда помогают. Просто вспоминаю старые трюки. Так, я, оказывается, умею бегать по стенам. Я этого не знал, но, оказывается, у меня есть такая возможность и такая способность вообще в принципе, да? Так. В принципе, нахрена мне это надо было? Туда идти? Просто чтобы вспомнить это? Покажешь снова тот короткий путь. Нихрена ж себе короткий, мать твой, путь. Как тебе сказать? Ни хрена себе короткий путь. Ты издеваешься? Он не выглядит таким уж коротким. Ну, теперь я умею бегать по стенам, и, наверное, мне это когда-нибудь пригодится. Скорее всего, в любом раскладе. Я сюда зашел не зря. Зачем я вас убиваю? О, стоп. Что-то хотел. Новое растение. Наверное, это полезная вещица. А если я тебя... Идем. Сломаю. Нет, так не получится. Да, блин, я все время забываю, что он хочет все сканировать. Пара рыба? А, тут рыба есть, господи, я и не заметил. Ладно, наверное, рыба тоже важна. В конце концов, это может быть съедобно. Между прочим, я хочу туда. Так, погоди, что мне может помочь туда запрыгнуть в принципе? А ну-ка. Ага. То есть теперь мне нужно будет забраться наверх и попробовать...
топ. Ты так хочешь? Все гораздо прозаичнее оказалось, да? Я не могу отсюда спрыгнуть просто. Подожди, давай попробую. Если я на Z... На Z ты бежишь? То есть, если я просто подхожу и нажимаю на Z, он бежит автоматически? Господи, блин, это так... Я, кстати, вообще пока не увидел того, чтобы здесь где-нибудь давали возможность... каких-нибудь статовых шмоток, которые имеют статы. Тихо-тихо. Вернись сюда. О, там что-то было. Переключатель светового меча. Возвращаться брать переключатель я не буду. Но... Нет, мне... Это только в обратную сторону работает, да? Хорошо. Здесь я ничего нажать не могу. Она автоматически понял. Да, но этот короткий путь вот сюда. Вниз, скорее всего, было бы неправильно. Подожди, если я вас убью, я прокачаю опыт. Давай. Пригодится рано или поздно в любом раскладе. А, стоп, сканируй. Нашел что-нибудь? Ах ты! Это было нечестно, у меня даже анимация не прошла того, что я заложу. Красиво. Тихо. Да кто ж на Z-ку? Я опять на пробел нажал. Так. Охренеть. Ты, мать твою, кто такой? Взломаешь? Жаль, что щуп-адаптер сломан. Но дать отпор тому Гогату, ты храбрец. Я получаю кучу разного шмота. Понятия не имею, нужен мне этот шмот. Но, с другой стороны, может быть, и пригодится. А что-то... Я ждал, пока он сам полезет. Я думал, что если я без него прыгну, то жопа. Нигде, братан, мало нас. У нас и было мало, к сожалению. Ты сам-то нифига не приходишь. Очень даже нифига. Видимо, там же, где и ты был до этого. Ой-ой-ой-ой-ой. Оп. Красава. На перегонки. О-хо-хо, держись. Игра пока что выглядит это очень симпатично. Конец. Прям реально очень. Ладно, ладно. Ты бы все равно выиграл. Наверное. Так, подожди. Мне нужно жизни восстановить. Это первое. А, наверное, пока хватит. Выказывайте, а что там сложного-то, господи боже мой. Давай, братан, давай. Давно пора уже на самом деле исправиться. Как тебе, игруля? Пока что очень необычно. Правда, мне пока экшена не хватает. Жуков бить, конечно, делал такое, но что-то так себе. Но выглядит очень эпично. Жалость иное на управление, но оно мне и правда не нравится. Впечатляет. Игруля красивая.
Что такое, Биди? Отлично, незнакомец. Тебе удалось пройти испытание и получить доступ к хранилищу и этой записи, одной из многих, которые бережет дроид. Я мастер Эна Кордова. Мы не знакомы, но мне известна твоя цель. Судьба Ордена Джедаев в твоих руках. Это место, это хранилище. Бывший храм давно угасшей цивилизации Зеффо. Здесь во время медитации на меня снизошло озарение силы, видение конца. И я спрятал в храме джедайский голокрон. С именами и координатами детей галактики, чувствительных к силе. Впереди тебя ждет камера хранилища и еще одно испытание. Я могу доверить голокрон лишь тому, кто понимает меня и идет тем же путем. Найди же гробницы трех мудрецов и научись видеть таинство силы, как Зеффо видели их. Этот дроид станет ключом к успеху твоего предприятия. Отправляйся на Зеффо. Там ты познаешь мир в эпицентре бури. Удачи, джедай. Да пребудет с тобой сила. Это записанная голограмма, но она даже про дроида знала. Я пока даже до экшена толком не дошел. Умудрился посливаться только из-за неудачного для меня управления. Но во всем остальном пока игра очень даже нравится. С тобой я должен был познакомиться. Прям в воду, братан. Мокро же. Знаешь, я очень долго был один. Я жил без цели, прятался. Так жить нельзя. Ни джедаю, ни дроиду. Может, Цера права? Может, хватит прятаться? Эй, а хочешь, познакомлю с моими друзьями? Не, пока нравится. Во всяком случае, не знаю, как оно будет далее, но пока что мне, в принципе, очень даже заходит игруля. Играется она довольно приятно. Как-то так идем по сюжету, и я не знаю, насколько она долгая, но догадываюсь, что, наверное, в принципе, очень, потому что обычно соус-лайк игры весьма... весьма дохрена долгие. Ох ты ж, твою мать, понял. Думаю, я нашел, что ты хотела. Похоже, так и есть. Мы вас ждем. Здрасте. Тут надо тайминг заучивать, я понял. Ты дважды это делаешь. Что с тобой? Изи. Так, ну я надеюсь, что это был довольно легкий враг сам по себе, потому что я надеюсь, что следующие враги будут немножко более посерьезнее. Надоело бить только одних жаб. Хочется побить кого-нибудь еще. Обидно, опять же, как я сказал, то, что мы можем расчленять только жаб. Что такое? Загадочный скелет. Строение костей указывает на их принадлежность к крупной рептилии. Согласно анализу, отдельные элементы костей, их возраст 1000 лет. Какие кости? Могу как-то по ним забираться, нет? То есть вот, ну никак, вот совершенно никак ты не можешь забраться вот повыше по костям, блин. Ну вот, ну просто никак, да? Печально, печально. Ну, предположим. А-а-а.
Здесь ты подняться никаким способом не можешь. Они работают только в одну сторону, да? Так же, как и здесь, никаким способом. Но я могу попробовать... В смысле не долетел? Ты серьезно? Там невидимая стена или я просто не допрыгнул? А, я просто не допрыгнул. Простите, извините. Мне показалось, что я смогу. Ладно, мы выходили оттуда. Давай попробуем подняться наверх. Вот мы спустились с этой штуки. Поднялись оттуда. Так, блин. Это все не важно. А, ну как раз я попал туда, куда надо. Так что туда, куда я пытался попасть. Да, что-то вот этот момент мне не особо нравится. Но то ли это я туплю, то ли это настолько неочевидно, куда идти на данный момент, что просто забей. Я уже даже думаю вернуться обратно и посмотреть, может быть, я действительно что-то пропустил. С другой стороны, что я мог там пропустить? Там всего один проход. Здесь же нет нигде никаких проходов, ничего. Сюда вообще никак не пускают. И упасть нигде ничего нельзя сделать. В смысле? Я на все ответил. Блин. Ой, все, мне вообще нафиг ты не нужна на самом деле, поэтому что я тебя бью, я даже не знаю. У меня здесь даже нет никакой возможности с чем-либо взаимодействовать, какие-либо кости и прочее. Так, подожди, здесь теперь есть проход. Да. Неудобно, неудобно, неудобно. То ли это мне крайне непривычно, хотя, в принципе, в Souls-сериях всегда было непонятно, куда идти. Ну, справедливости ради, это не единственная такая Souls-серия. Все хорошо, BD1? Приятно слышать. И сейчас на голову падает часть этих самых, да? Нет? Ничего полезного, серьезно? Я наоборот сюда специально спустился, думал, тут что-нибудь интересное. Не, так я понял. Но по карте, понимаешь, вот по этой не всегда можно понять, где какие здесь нитки показаны туда, куда надо идти. Потому что она, видишь, какая многослойная и прочее. И они подсвечиваются только если ты находишься на нужном слое. Например, вот если я нахожусь здесь, подсвечивается вот это, видишь? Тут ты что, хер так просто разберешься? Мне в итоге вообще нитки были не нужны, как видишь. И то я не уверен, что я иду правильно. Мой друг, выходит, что Зефы интересовались Датамиром. Странно, что столь мирная раса была увлечена местом, где царит только тьма. Где царит только тьма. Здрасте. Так, навыков у меня нет, отдохнем. Новых навыков у меня нет. Обратный путь должен быть короче. Да, конечно. Короткий, как прям я не знаю кто. Я могу забраться наверх, могу забраться туда. А здесь у нас что?
А, мне туда вообще надо, я хз. Поэтому давай, наверное, я не знаю, давай попробуем, посмотрим, что у нас вообще здесь. А, это я... Или нет? Это я на ту самую свалку. А, я понял, где это я. Я могу пойти поменять там всякие рукоятки, мечи и прочее, но мне это пока нафиг не надо. Поэтому, наверное, туда я просто не пойду. Поскольку не вижу в этом смысла. Что наверху я знать не знаю, но мне, скорее всего, туда. Тихо, не падай, братан. Тут еще главное вовремя Е нажимать, иначе он грохнется. Что тогда там такое интересно? Хер его знает, ладно. Ну, сука, мне же интересно, блин. Ладно, хер с тобой, золотая рыбка. Судя по виду, воняет это существо похлеще гриза. Я опять пробел нажимал. Я не привыкну. Надо перебинтивать, потому что я не привыкну. Я уже чувствую, что я не привыкну. Я так и буду постоянно жать эти кнопки в неправильном порядке, потому что... Как настроение, беди. А на какую кнопку перебинтить? Я рад. Здесь все кнопки забиты. Все вообще кнопки забиты чем-то. Буква Г, но на букву Г тоже нажимать будет неудобно, хотя это и то удобнее, чем Z-ка. X это у нас... Кнопка C, это удобнее, да, Ctrl. На Ctrl вроде бы ничего нет, но это не точно. На Shift у нас бег, понятно. Пробел у нас просто прыжок. На Alt ничего. Хрен его знает, на 1, 2, 3, 4, 5 могут появиться скиллы. Кто-нибудь когда-нибудь из вас уклонялся на букву Z? Скажите мне, пожалуйста, я один такой идиот, который не может к этой букве привыкнуть? Или все люди всю жизнь уклоняются на Z и всем нормально? Они просто берут монстра и увеличивают его в размерах. Но я так думаю, что это, скорее всего, просто из-за начала игры оно такое. По факту это только обучение, ну, грубо говоря. Да еблись твою налево. Ну вот, попробую. Все-таки хотя бы уже не придется убирать руки, уже хотя бы будет попроще. Просто больше палец, который... Не, ну это надо, понимаешь, привычку иметь. Но мне очень неудобно. К тому же у меня просто по рациональности я нажимаю пробел. Просто по привычке. Оставим на контрол. Оставим на контрол, потому что на контроле мне и правда гораздо удобнее. Надо было сразу поменять, а не кучить свои мозги. Гораздо проще. Бедного Боглика убили. Он пытался защитить свою семью. Так, необходимо починить щуп-адаптер. Как мне
починить щуп-адаптер. Не, вообще атмосфера в игре, конечно, потрясающая. Проблема в основном связана с управлением, только с тем, в том плане, что я играю на клавомыши, а она запилена полностью под консольное управление, что, конечно же, плохо для нормальных людей, которые любят нормальную клавомышь, а не сраный геймпад, но в остальном игра очень даже неплоха. Ой, да, умрите. Как бы в остальном проблем нету. Это за место. Оп, хорошо. Охренеть. Так, подожди. Давай-ка, наверное, по порядочку. Тут главное, чтобы еще и не сдохнуть от этих всех. Я могу вот на это запрыгнуть, нет? Нет. А запрыгнуть вот на это я могу? Вот хер его знает, могу или не могу, вот серьезно. Как бы вот не очень понятно. На вид вроде бы могу. А по факту я без понятия. Попробовать как-то не хочется, потому что меня просто перепилит. С другой стороны, как я по-другому это сделаю? Ладно, давай сделаем как-нибудь вот так. Нет, не так, братан, не так. Перепилит, скорее всего, меня сейчас. Да, перепилит. Ну, просто почему я не мог ухватиться за эту балку, я не знаю. Ладно. Я хотел на ящик вверх просто подняться, кто не понял. Сюда-то пройти было здесь просто. Я изучал ту сферу, что наверху. А вот как этот ящик взять? Его восторг. А, то есть все намного проще. Но ящик я все равно не понял, как взять. Какая разница, ты же тут возрождаешься? Ну да, но аутентично, это очень странно смотрится, когда я постоянно помираю, возвращаюсь. Поэтому я стараюсь как бы этого не делать. Я как не могу понять, как взять тот ящик. У меня что-то идеи на самом деле нету. Чат, у вас есть идеи, как взять этот ящик? Такое чувство, как будто она должна упасть или что-то в этом роде, но мне нечем в нее стрельнуть. Иди. Или... Ну, просто мне вообще проверяю, ничего не могу с ней сделать. Так что я хрен его знает. Я даже не знаю, как в нее, в принципе, сейчас стрельнуть. Так долго задержался в этом месте, на самом деле, это ужас просто. Не то, чтобы это было очень плохо, но... Давай, стреляй, братан. А, ты можешь стрелять только подтянувшись, что ли? Или как? Во, вот так, понял? Оп. Система, блин. Восстановим жизни. Постольку-поскольку, на всякий случай.
Да ладно, не буду я уже пробовать. Честно, просто признаюсь, мне уже хочется пойти дальше. Не думаю, что там все равно что-то полезное или серьезное. Это начальная локация. Крайне сомневаюсь, что там прям реально что-то нужно. А робот на плече — это наша карта и наши эстусы. Ну, если ты играл Dark Souls. Короче, это наша хилка. И наша карта. И возможность взлома разного рода дверей. Короче, да. Вот, видишь? И он сканирует всякие вещи и прочее. Ну, робот, собственно, выполняет свои всякие роботские функции. Блять! Это место меня не отпускает, чат. Это место меня не отпускает. Оно говорит мне, останься, братан. Останься здесь навеки. Не иди дальше. Не делай этот летсплей до конца. Пускай он будет только в одном месте. Пройдут года, пройдут столетия, а ты как дебил будешь лазить все еще здесь и больше нигде. Оставайся с нами, говорит мне это место. О, господи, боже мой. Я, конечно, понимаю, что на это я все это повырезаю, нафиг, но тем не менее. Вам не сочувствую, точнее, не завидую. И не сочувствую, не завидую. Я просто реально уже хочу выбраться, для того, чтобы уже... Все, давайте я прям буду стараться сосредоточиться, чтобы никуда не дрогнуться, и мы отсюда быстренько уже свалим. В смысле ухожу? От ящика ты имеешь в виду? Или ты так прям хочешь, чтобы я взял этот ящик? Чат, ты правда хочешь, чтобы я сейчас вернулся и взял этот ящик? Вот скажи мне. Мы сейчас будем 2 часа мудиться и смотреть, как этот долбанный ящик в принципе можно взять, потому что я, честно, даже не понимаю, как он берется. Ты посмотри, тут еще один ящик есть. Беди один. Не похоже, чтобы я мог допрыгнуть до этого ящика таким способом. Так же, как и не похоже, чтобы я мог допрыгнуть сюда. Да. Про место? Ну, надеюсь, что ухожу, потому что, честно, мне оно уже немножко поднадоело. Тем более, опять же, все, что здесь есть в этом месте, это только жуки в основном. Я никак не могу долететь. Почему он просто руку не может протянуть вперед? Почему он прыгает именно таким вот странным способом? И на этом все. Просто вон мой корабль, и мне до него было бы довольно просто дойти, если бы он банально протянул руку. Ладно. Мы не ищем легких путей, как говорится, поэтому... Да, непонятная фигня. Ты куда? Давай глянем. Что это? Видишь, он сканирует всякого рода животных. Грубо говоря, получаешь знания, как в Black Desert, даже, ну, не только за животных, а вообще за окружение. А, вот ты. Ты прошел испытание. Так ты знала о беде один? Заходи. Поговорим внутри. Страдания стримера, это интересно. А это что? А ну, брысь! Прочь! Прочь, Невада! Фу, убирайся! Иди вон! Это Беди один. Наш друг. Мне плевать, чей он друг. Да ты хоть знаешь, как трудно вывести масляные пятна с обивки из шерсти Патоли? Нет, не знаю. О, и не говори мне, что он нашел только дроида. Успокойся, Грис. Не только. Расскажи, Кэл. Хранилище построила древняя цивилизация Зефа. А джедай Эна Кордова спрятал там что-то внутри. Что он там спрятал? Голокрон из архива. В нем список детей, чувствительных к силе. Поколение джедаев, я так и знала! Ох, Кордова дуралей! Ты знала его? Да, давным-давно я его ученица. Кордова был одиночкой. Наверное, лишь этот дроид и я знаем об Огана. Минутку, погодите, погодите. Гола что? Голокрон. На нем информация, доступная лишь джедаю. Сейчас, у меня завалялся один. Используй силу. Чат, используй силу. Говорит Оби-Ван Кеноби. С прискорбием сообщаю, что наш Орден Джедаев и Республика пали.
Список чувствительных к силе поможет возродить Орден и свергнуть Империю. Ну ладно, и в чем проблема? Найдем его! Но Голокрон спрятан в хранилище, и найти его можно, лишь следуя по пути Кордовы. Еще Эна говорил что-то про Датамир и о планете Зефа. Ясно. И куда мы летим? Я интересуюсь, потому что нужно же приготовить еду. Ладно. Но для начала хочу понять вот что. Почему ты больше не джедай? Одно событие сильно изменило меня. Я больше не пользуюсь силой. Но ты хочешь возродить Орден? Я считаю, что Орден джедаев — это наш шанс победить Империю. А что ты считаешь? Я считаю, прятаться от Империи бесполезно, так что выбора нет. Кэл, пока ты жив, у тебя всегда есть выбор. Так ты в деле? В деле. Датамир или Зефа? Выбор твой. Датамир или Зефа? Мне мало о чем говорят оба варианта, поэтому выберу от балды. Так, посмотрим, куда дальше. Как бы мне на самом деле действительно оба варианта ни о чем не говорят, поэтому давай на Зефа, просто потому что. Ну, не знаю, просто потому что. Я так понимаю, рано или поздно мы все равно будем на обеих планетах. Наверное, ты меня помнишь. Я не знаю. Я прибыла, чтобы найти своего бывшего учителя, Эна Кордову. И тебе привет. Вы, должно быть, много времени провели вдвоем на той планете. Он ушел сразу после того, как тебя активировал. Ты помнишь последнее, что тебе сказал Кордова? Удачи, джедай. Да пребудет с тобой сила. Сообщение для Кэла. И все? Мы вот-вот выйдем из гиперпространства. Он прикольный. Дроид, я имею в виду. Там буря разбушевалась. Слушайте, не лучшее время для посадки. Да, что-то не так. Ветра создают помехи для комов. Эй, Кордова говорил что-то о штиле в эпицентре бури. Я вижу поселение прямо в ее центре. Нужно добраться туда. Вас понял. Парень, порывы ветра нам не страшны, если он не усилится. Скажи железяке, чтобы держал свое мнение при себе. Я уверена, что все под контролем. Конечно, под контролем, но все не так просто. Так, держись, держись, держись! Безупречно! Гризи может, детка. Но комы по-прежнему ловят очень много помех. Пара минут, и я все настрою как надо. Займусь поисками следов Кордовы. Ладно. Выйду на связь, как все настрою. Катсцена прикольная. Кэл, подойди. Ты хорошо проявил себя на Богана. Чем больше узнаем о Кордове и Зефа, тем выше наши шансы остановить Империю. Я слышал о древних культурах, но мало что о них знаю. Я знаю лишь то, что Кордова был одержим Зефа. Считал, что их учения очень важны. Меня тоже занимали тайны нашей галактики. Принимайся за дело. Здесь можно многое узнать. Удачи. Понял. Я пошел. Так, ну что, у нас тут нигде на базе нет верстака для того, чтобы я мог что-нибудь посмотреть у себя из того, что я налутал. Я так понимаю, наверное, нету? Тут я могу что сделать? Эй, Крис, что это за штука? Что? Ты никогда раньше не видел террариум? Видел. Но разве там не должны быть растения? Ну, я был немного занят, возил тебя по галактике. Кстати, можешь отблагодарить меня семенами. Ты же ненавидишь природу. То, что снаружи, еще как.
Но за достаточно толстым умбарским стеклом оно само совершенство. Ладно, посмотрим, что удастся найти. То есть я могу выращивать растения? А вот и верстак. Хорошо. Я там что-то находил, и в конце концов, наверное, я хрен его знает, но... Так, это я пока не буду брать, пока мне нравится, как есть. Я не знаю, блин, на что-нибудь вообще это влияет? Я не вижу никаких данных. Мне это нравится больше, чем предыдущий. Это что? Кроме кастомизации, это вообще хоть что-нибудь дает? Просто первоначально мне пока что и правда нравится больше. Так, это что такое? Ну вот это выглядит неплохо. Давай пока это возьму. А тут что? А тут у меня ничего нету. Просто как бы, ну не знаю, если это ни на что не влияет, то какой в этом особый смысл? Ну я еще понимаю цвет, но... Так, где-то там еще можно было менять мои пончо. Это важно. А, у меня только и два есть. Просто пока что это как-то выглядит, ну, не знаю, как-то не сказать, что прям вах, прям, типа, такая кастомизация. Не знаю. Ну, ладно. Может быть, в будущем я и правда буду находить более интересные предметы. Пока что все, что по первоначалу смотрится гораздо лучше, чем... То, что я находил. Причем я бы сказал, наверное, в разы. Не, ну дизайн уровней и дизайн в целом вообще мне нравится. На самом деле это выглядит очень круто, вот серьезно. И в принципе графончик в игре, и так как она сделана, вот даже физика волос и прочее, мне дико доставляет. Ну, правда. Потому что по аутентичности это действительно выглядит очень круто. Прям пока очень нравится. Как фильм такой прям. О! Ладно. Что нашлось? Новую тему Лебеди один нашел. Да в смысле, ну? Так, дверь закрыта с другой стороны, значит, надо искать какие-то проходы, как попасть туда. Минуя. Что такое? Снова сканируешь? Ящики для хранения. Прочный контейнер для хранения. Круто. О. У меня, между прочим, нет щупа. А получается, раз у меня нет щупа, то рано или поздно я вернусь в те локации, в которых я уже был. Что там было? Потому что щуп же появится. Пончо, браво. Господи, почему я получаю только пончо? Это выглядит... Не знаю, мне вообще не визуально, внешне не нравится, если честно. Мне как-то бога выглядит. Не, я вначале подумал, что кастомизация рукоятки, когда ты, например, выбираешь какую-то новую, дает тебе там статы, знаешь, там плюс один там, не знаю, урона, ну, грубо говоря. А здесь она, походу, вообще ничего не дает, кроме реальной кастомизации рукоятки, которую ты и правда что не видишь в бою. Ну, не знаю. Ну, ладно, есть и есть, как бы, ну, хер с ним. Надо спать, удачного стрима. Все по кнопкам не попадают точно спать. Давай, давай, братишка. Спасибо, что пришел. Хотя рано уходишь, на самом деле, сегодня пятница. И давай ВКонтакте, потому что на стримах отсутствуешь частенько, и это очень неправильно. Со всех точек зрения, давай исправляйся. Некрасивая кастомизация персонажа, потому что совершенно некрасиво выглядящие вещи на самом деле. Не то чтобы я не любил пончо, просто конкретно здесь они сделаны как-то очень... Как-то бомжа похож. Не, ну не то, что... Ну вообще, в принципе, некрасиво, не знаю. Дверь не поддается. Ну в смысле не поддается? Ну в смысле? Может быть, я каким-нибудь... Нет? Но красиво, красиво. Мое почтение графики в игре прям мне очень доставляет. Я надеюсь, у вас тоже все видно хорошо и слышно хорошо.
Графончик я вам сделал, естественно, ну, на стриме, я думаю, максимальный. Клоны живут, смотрите. Осторожно, Биди, вид у них недобрый. Кстати, очень удобно выбирать игрока. В Code Vein очень неудобно было выбирать противников, перемещаясь между ними на клавомыши. Кэл, ты меня слышишь? Тут очень просто. Они нашли Зефа. Если бы они следовали за Богомолом, нас бы уже схватили. А вдруг они ищут гробницы? Надеюсь, нет. Я настроила частоты связи. Попробую выйти на канал имперцев. Изи. Подожди. Что это там? Посканируй. В конце концов, наверное, для чего-то это определенно нужно. Так или иначе, это улучшает наш опыт. А это уже не так, чтобы плохо. Не, ну все, что сделано с точки зрения атмосферности, сделано очень достойно. Потому что это, блин, выглядит круто. Так, хорошо. Этой ветошью мать укутывала ребенка, чтобы согреть. Они от чего-то убегали. Ну, скорее всего, они убегали от имперцев. Еще снимай. Вот так. Да. Что, можно и больше? Спасибо, Биди. Теперь у нас получается плюс один эстус, да? Теперь у меня их три. Есть. Ок, у меня Инет отрубила с телефона, я просто забываю смотреть, прям рубит, боюсь, раздавлю пивасик получу. Давай. Но в любом случае, ты почаще заходи, братан. Так или иначе, почаще. Давай, приятного. Блин, я думал, туда можно упасть. Серьезно, но выглядело не так уж и высоко. Вот честно, вот выглядело же и правда невысоко. Ладно, хорошо. Блин, выглядит очень круто. У меня на мониторе черный цвет реально черный, у меня калиброванный монитор очень хорошо. И... прям круто. Вообще цвета переданы очень красиво. Так, давай сюда. И мы вылезли туда, где были. Целая проржавевшая база, да? Ну, я думаю, мы найдем где-нибудь вход. В конце концов. Если что, мы его проделаем. У нас лазерный меч, мы могли бы просто его проделать, правда что? Проварить, скажем так. Там звуки выстрелов. А, может, отлично. Ты тоже это видел? Внизу кто-то есть! Похоже, все награды достанутся мне. Ага. И смерть тоже достанется тебе, братиш. Обращайся. Не знаю, надо было их послушать или можно было сразу убивать, но, в принципе, я особо не парился. Я так подумал, что... какая разница? Это обычные клоны. Штурмовики. Рано или поздно, я думаю, тут должны появиться каноничные всей серии Star Wars роботы, дроидики и прочие всякие. Ага, отлично, работает все.
Потому что думаю, что с ними, наверное, будет проблематично сражаться, учитывая то, что в фильме они выглядели прям... Многие из них выглядели прям дико. Красиво. Красиво. Так, пацаны. Жалко, что мне стрелять нечем. Либо я не умею, либо нечем. Но по идее мне даже никто не показывал о том, что я в принципе умею стрелять. Кораблик полетел. Гости! Нельзя так ему сбежать! Ты! Надо прикончить его! Он слишком! Он выглядит слабым! Пригнуться! Штурмовиков дальнего боя больше нет! Будет нелегко! Понял. Кажется, он боится! Да не особо. Да блин, только немножко неудобно. Мы отправимся за тобой! Красава. Тихо-тихо-тихо-тихо, но я очень плохо начал. Меня прямо хорошо так разбили только что. Это, конечно же, очень неприятно. Все ложь. Империи просто нужна была эта земля. Я все время забываю. Нет, нет, нет. А, жалко, кинематографичность камеры немножко подвела. Но нет, 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 братишка, не надо тебе в бой. Ну как же круто это выглядит. Не, прям вот. Да это он правильно сказал, кто он и кто я. Очень канонично. Очень. Давай стреляй. Нашел цель! Короче, главное вовремя нажать. Они довольно легко убиваются, на самом деле. Но опять же, это самые простые, поэтому. О, ладно. С ними так-то и проблем меньше. Что это? Тут вообще будут, чат, кто-нибудь знает, тут вообще будут костюмы, которые влияют на что-то? Или здесь вообще все костюмы, это всего лишь просто внешки? Так, подожди, а что тогда там? Мне, по идее, сюда как раз надо. Значит, я зря туда не пошел. О, бонфайр. Рили? Так, окошко. Что мы можем? Давай-ка посмотрим. Быстрые атаки и прочее, наверное, пока мне ни к чему. Давай как раз здоровье восстановим. С некоторого рода управлением мне это очень даже поможет. Хотя на контрол уклоняться все-таки гораздо более правильнее, чем на Z-ку. А, это просто срез. Понял. Ну, постреляй по мне. Ну, ну, ну. Ого! Осторожно! Класс. Вот это мне нравится делать. В смысле, кто еще живой? А-а-а. Пристрелить его! Там, наверху! Кто-нибудь его видит? В смысле, ты что, меня... Ты не можешь меня превзойти! Не видишь, что ли? Изи. Убивать их пока что довольно просто. Надо просто вовремя нажать, да и все. В смысле, ты меня поймаешь, и я еще вернусь? Я здесь. Странный искусственный интеллект. Ребят. Ах ты ж, блин, надо было немножко подольше подержать. Ладно. Пока не очень понимаю, для чего мне нужны все эти ящики. Это что-то полезное?
Но зачем мне это? Если это действительно просто кастомизация, причем рукоятки, блин, меча, ради этого мне даже не стоит ящики как таковые открывать. Стоит спиной, молодец, выстрелов не слышит, меча не слышит, того, что происходит сзади, не слышит, но ты просто прям пончик, чувак. Тебе не убежать! Ты был рожден, чтобы умереть. Я знал, что это была плохая идея! Так если знал, почему последовал ей? Так а как починить шип-адаптер-то, ё-моё? Может быть, конечно, в будущем по сюжету мне дадут каким-нибудь способом его починить, потому что пока я что-то даже не понял. Мне уже раза 3-4 говорят про этот шип-адаптер, но у меня его нету. Я так понимаю, это маленькая штука моего робота? Как сделать так, чтобы она работала? Давай восстановимся. Пофиг. Не особо-то много жизни я потерял, да и эти враги меня не особо сильно парят, поэтому даже если я их восстановлю... Без разницы. Красота. Я могу по стене... Нет, не могу. Думал, я по стене вверх пролезу, но так, походу, нельзя. Странно, что здесь они совершенно ничего не охраняют. То есть можно спокойно пройти по низу под этой территорией, и ничего тебе за это страшного не случится, да? Ой, а мне без света нравилось больше. Ну ладно. Без света было немножко атмосфернее, как по мне. И где? А, я просто выше забрался. Здрасте. До свидания. Блять, ёб твою мать, какого... Зараза, это ж не хоррор, какого хэ ты делаешь, братан? Фу, заорал в наушниках так резко, я шуганулся, серьезно. А, рановато. Господи, блин, сраный хрен. А, тут надо очень вовремя сделать, я понял. Твою мать. Фух. Красава. Кажется, у нас проблема. Здрасте. В смысле, я на тебя силу использовал? Ты какого? Снова сканируешь? Нормально. Не такая уж это была и проблема на самом деле. Надо заняться ранами. Признателен. И дрить, колотить. Не, по атмосферности прям вообще. Прям вообще. Я жрать хочу. Не могу нормально соображать и целиться. Неудивительно. Пайки здесь ужасные. Просто хочу сказать, что если промахнусь, то я не виноват. Ребята, вы меня не видите вообще в упор? Ладно. Ты посмотри, как охеренно это все выглядит-то, мать твою. Серьезно, чувакам, которые отвечали за дизайн данной игры, просто гигантский респект. Это очень атмосферно выглядит. Это, блин, прям красиво, мать твою. Нихера. Не давать ему передышки. Готовлю очередную атаку.
Я вряд ли отобью ракету таким способом, да? Гранатометчик? Ты, между прочим, когда по мне стрелял, ты ведь своих тоже мог убить, причем на изи. Я думал, сразу два успею. Ну так вряд ли получится. Опа! Опа! А, блядь! Зараз. А могло выйти очень даже красиво. Иди. Просто проверяю, здесь ли ты. Покараем нарушителя! Стреляю! Нам его не остановить! Надеюсь, тебе больно. Тебе будет больнее. Что такое возможно? В смысле граната? Как? Элементарно. Я бы даже сказал, чересчур элементарно, если честно. Ну, в принципе, теоретически все правильно. Я ведь джедай, а они всего лишь сраные имперцы, поэтому, с другой стороны, почему должно быть по-другому? Если даже вспомнить те же самые фильмы, джедай гораздо сильнее, чем имперцы. Имперцы — обычные люди. Ну, как люди. Клоны. Mm-hmm. С тех пор, как я покинул Бога, но я узнал о Зефе больше, чем надеялся. Спасибо за указатели. Так, подожди, а я разве здесь не был? Это теперь таким способом я могу... Ясно. Своего рода среза такого плана, да? Так, ну давай прокачаемся, раз уж мы здесь. Улучшенные защитные навыки, что снижает урон наносимой устойчивости блока атакам врагов. Давай, почему нет? Своего рода на деф пошел, да? И отдохнем. Не, пока прикольненько. Пока очень даже прикольненько. Тихо. Там у меня осталось еще, по идее, несколько мест, куда я могу пойти. Кто-нибудь, помогите! Дебил. Он кинул гранату в своего, который стоял перед ним. Что нашел? Умный пацан. Ой, хорошо. Клоны не отличаются особо большими мозгами. Заметен джедай! Ты! Надо прикончить его! Не дадим ему сбежать! Да я так-то и не против. А, обратно я никаким способом вернуться не могу, да? Прикольно. Уи! А если я у воротом? Не, никак. Смотри, совершенно никак. Красава. Даже хорошо получилось. Противник, готовься! Ну, стреляй. Не могу прицелиться! Ну, стреляй. Ого! Нужно остановить его! Теперь только ты и я! Только я, братан, только ты я. Ты допустишь ошибку. Я джедай, мать твою.
Какая нахрен ошибка? Как не хватает расчлененки? Ё-моё, как же не хватает расчлененки? Как бы мне хотелось, чтобы у них оторвались конечности. Просто по логике. Серьезно. Джедайский, блин, меч. Я могу в эту дырочку попасть, нет? Беди один, сюда. А это у меня что такое? Еще один бонфайр, да? Ну давай, почему нет? Единственное, что между бонфайрами все равно перемещаться нельзя так, поэтому в этом смысла нет, но отдохнем. Восстановим врагов. Ничего страшного. Как кому-то удалось сюда пробраться? Это что такое? Такое вообще возможно? Удачный блок. А, ты со щитом. У меня для тебя плохие новости, братан. Я умею отбивать все пули, сколько бы их в меня не выпускали. Причем делается это довольно-таки просто. Живым ты отсюда не уйдешь, джедай. Блокируй сколько угодно, мне нужна лишь пара попаданий. Ну-ну. Ладно, я гляну. На изичах. Так. Вниз падать определенно не стоит. Наверх, а, тут есть трос. Незаметный был немножко трос, честно говоря, вначале. Круто. Эй! Опять какая-нибудь фигнюшка ненужная мне, да? О, там что-то было. Муфта, господи. Интересно, нет, туда я, наверное, падать не буду. Отсюда я пришел. Подожди, получается, мне сейчас вниз, что ли? Где взять этот щуп-адаптер? Господи, я до сих пор не понял, у меня его нет. Скорее бы они выросли. Я их, получается, взял? То есть теперь, если я вернусь на корабль, я смогу посадить... А, вон, я вижу. Семена? Я сразу не заметил. Вижу полезный ящик, наверное. Хрен его знает. Блин, я думал, если скачать с самого начала этой горки, было бы более эпично, ну ладно. А, это как срез... Я понял. Ах ты... Да откуда вы... Мразь. Он такой упоротый, что хотел в упор в меня гранатой стрельнуть из гранатомета в упор. Братан, ты в курсе, что тебе, конечно, так и так кранты, но стрельнуть с гранатой в упор убило бы нас обоих. Кто-нибудь скажите этому с ракетницей, что если он стрельнет, мы все тут сдохнем, как в одном фильме было? Теперь, когда археологи ушли, они переведут наш казармы получше. Точно. Нам же говорили, а я забыл. Займусь этим сразу после смены. У меня для тебя плохие новости. Ты сейчас откинешься. Нарушитель! Давай, бей его! Ах ты! Зачем я их всех сканирую? Командир штурмовиков. Попался. Немножко опыта. Почему нельзя его разрубить при этом?
Вот если бы сейчас он разлетелся бы на мелкие кусочки. О, ладно. Что там было? Переключатель светового меча? В общем, ясно. Здесь не будет, наверное, скорее всего, предметов каких-то, которые прям... Да, вот, надо очень четко прицелиться, да? Вот. Здесь, наверное, не будет предметов, которые прям будут давать... параметры и прочее. О-о-о. О, блин. Так, погоди. А, нет, я добраться до него не могу. Стоп. Подкинь мне стиль, где дядя. Стало лучше. Я вначале подумал, что мне наверх. А это не так, что ли? Так, а ну-ка, погоди. А, там какой-то проход есть, смотри как. Погоди. Что там, беди один? Да в смысле? Не долетел, серьезно, не успел допрыгнуть? Что ты от меня хочешь? Объясни. То ли я совсем туплю, то ли я совсем туплю. Наверное, вообще не стоит туда залезать на данный момент. Я зря это пытаюсь сделать. В принципе, да? Так, может быть, я сюда за этим только и пытался заползти. Давай подумаем. Ну-ка, опустись-ка. Нет, по рельсам я попасть не могу, по этой я тоже попасть не могу. И здесь мне тоже никакого толку нет. Да, я могу по ней пробежаться, и мне это не даст ни хрена, хотя, может быть, я зацеплюсь, но это не точно. Нет, не зацеплюсь. Ну, как я должен был узнать? Всегда цеплялся, а тут вот что-то передумал. Просто эта стена выглядит так, как будто по ней можно бежать. Но нет, ни в какую. Ладно, обидно, хорошо. Наверх по красным этим самым можно было бы залезть, если бы я до них допрыгивал, но также ни хрена. Значит, скорее всего, делать надо что-то здесь. Эй! О, блин. Ай. Это было больно. Я чего-то очевидного не вижу. Но по логике мне наверх. Нет, все правильно. Ой. А как подняться-то наверх?
Господи, ты серьезно? Имперцам удалось выследить тебя. Уходи оттуда быстро. Это было тупо. Имперцам удалось выследить меня, учитывая то, что я просто проник, перебил полбазы. Как они догадались, что я здесь. Какие умные ребята. Им потребовалось 100 смертей, чтобы догадаться, что на самом деле я тут, оказывается. Да? Ну, давай прокачаем. Не то, чтобы у меня был большой выбор накачания, на самом деле. Не сказать, что здесь сильно прям... Спасибо. Много вариантов. Красота. Кажется, я все. Так точно. Ну давай, братишка. Мы не можем его. Ты не уйдешь отсюда живым. Ты только что сказал, что ты не можешь меня остановить, и при этом сказал, что я не уйду отсюда живым? Определись, а? Я тебя выпотрошу! Проклятие! Кто-нибудь еще сюда! Ну, умри! Да умри ты просто! Просто умри! Иди сюда! До свидания! Чувствуешь себя каким-то полубогом? Вернись сюда. Что это? Короче, эти ящики на самом деле можно даже нахрен и не лутать. Не сказать, что они прям дико нужны. Опа. Красота. Я кое-что узнал. Что им известно? Ничего о Кордове. Не думаю, что Империя знает о его визите. Значит, у нас преимущество. И как он это узнал? То, что я сейчас только что сломал все законы физики, это было интересно. Я ни хрена не вижу! Я ни хрена не вижу. Вот так вижу. Когда дерусь, не видно ничего. Когда иду с блоком, освещаю территорию, видно все. Хотя меч, по идее, должен светиться одинаково совершенно всегда. Но тем не менее. Любопытно. Мы на верном пути. Тихо. Вот так вот только разгонишься и чуть не грохнулся. Привет, братишка. Оп. Оп. А чё так поздно пришел? А, блин. Стой. Мне не пройти. Да, что ты говоришь? Наверное, мне туда. Там впереди шторм. Он как-то вывел из строя приборы Империи. Я чувствую, как что-то тянет меня туда, за шторм. Не противься. Позволь силе обострить твои инстинкты. Хорошо. Я постараюсь. Ну ладно, раз ты так говоришь, я это сделаю. Спал. Обидно, что пропускаешь, но приятно, что приходишь. Обидно, что пропускаешь начало и в целом не следишь. Надеюсь, на группу ВКонтакте подписан. Но приятно, что не пропускаешь. Ну, короче, ты понял, да. Игруля-то хорошая. На самом деле, на удивление. А, здесь весьма. Такая же штука. Может, они связаны? В смысле, тут загадка будет? Или что? Вы меня атаковать будете? Ну, конечно же, будете. Ой, блин. Да ёб твою мать. Серьезно, братан. Ты спуститься, что ли, не можешь? Ой, зря я вас двоих
Зачем вы вообще меня атакуете? Что я вам сделал? О, господи, нихера себе, ты меня еще убей давай. Бросай! Да ты что делаешь? Какого хрена вы сильнее, чем штурмовики? Да, я на клавомыши. What the fuck? Ну... Вау. Все, что могу по этому поводу сказать. Бараны рулят. Что тут еще добавишь? Где мой опыт? Так, давай-ка лучше по одному. Давай, братан, иди сюда. Да ты посмотри, он меняет свою траекторию прямо в момент того, как. Я вроде бы от него вернулся, а он... Да ты посмотри, что вытворяет. Короче, тут надо очень активнее пользоваться силой, потому что ты посмотри, что делает. Вернуться? Ни хрена подобного. Он просто тут же меняет траекторию. То все, он так хоп, поменял. Самонаводящийся баран, короче. Пока убивать их не буду, посмотрю, что здесь есть. Какое ж тут все красивое, это бляха. Вообще игра выглядит, конечно, мое почтение, реально потрясно. Очень симпатично. Прям, ну очень. Чат, ничего не лагает, все хорошо со звуком, все хорошо с... средняя сложность. А, все хорошо со звуком, все хорошо с этим. Ну, со всем, чем только надо. Оу. Впервые вижу такой сильный шторм. Да, невероятно. Это безопасно? Я могу остановить целый шторм? Неплохо. Ой, друг, полагаю, это самое древнее из найденных нами мест Зеппо. Несмотря на зарок, я никак не могу забыть о хранилище Набогана. Его образы определили судьбу целой культуры. Я должен понять, почему. Все за шибок. Понял, спасибо, спасибо. Оставайся. Пока игруля все-таки производит впечатление. Конечно, драться с, ну, всякими вот этими вот баранами, жуками мне не очень доставляет. Гораздо приятнее штурмовиков месить. Пока что для себя только два минуса увидел. То, что очень много боев с какими-то жуками, червяками и прочим. Она огромная. А имперцы? Пока их тут не видно. Что насчет Кордовы? Я не очень понимаю, что мне искать. Он немного... эксцентричный? Мне ли не знать? Но он бы не отправил нас сюда потехи ради. Подумай как следует. Мне немножко не нравится убивать всяких жуков. Мне гораздо приятнее убивать именно, грубо говоря, людей, да? И минус второй — это то, что по какой-то непонятной причине жуки нормально расчленяются. У тебя же лазерный, мать твою, меч. Жуки расчленяются, а имперцы, они не расчленяются. Бред, как-то выглядит немножко туповато. Ты делаешь там всякие фаталити, ты его там хрясь, а на него даже царапин не остается. Он как бы такой, как бы сквозь проходит и умер. Чё? У тебя лазерный меч, блин, как это вообще работает? Могли бы сделать уж как-то... Ну, не знаю, ну, в общем, расчлененки не хватает. Прям мой кровавый демон внутри меня говорит о том, что хочется кишочков и мяса, а кишочков и мяса нет, очень обидно. А так, в целом, конечно же, игра по красоте, по графике, по аутентичности, атмосфере в целом выглядит очень неплохо. По кинематографичности катсцен пока видел? Что... Доставляет. Ага. Но я почему-то так и думал.
Хорошо, и я сюда пришел для того, чтобы вот сюда залезть, я понял. Тут бывает, не всегда можно заметить вот эти вот маленькие штуки. Это чтобы рейтинг R не ставить. Но лучше бы рейтинг R поставили, вот серьезно. Я, конечно, понимаю, что типа так бы меньше денег, но не знаю. Иногда бывает играм... Проверим. Все равно все дети бы играли так или иначе, какая разница. А, твою мать. Ладно, анималы снимаю. Серьезно. Я... Кончиком мизинца не зацепился. Метка. Давай. Так, я могу с ней что-то сделать, да, я так понимаю? Могу как-то с ней взаимодействовать? Ага. То есть мне надо ее закатать в эту дрень, да? Мне почему-то это напомнило эту. Зельду. Там тоже были такие вот сферы, которые надо было закатывать в подобные же дырки, блин. Серьезно. Короче, пока что единственный минус для меня — это реально расчлененка. Еще неудобное управление на клавомыши, но я немножко перебиндил кнопку, теперь стало получше. Но поначалу, когда на Z-ку было уклонение, это было просто так отвратительно, что забей. Давай посмотрим, хоть что тут еще есть. Значит, я так на одну сразу напал. Теперь надо подумать, что из этого надо будет закрыть для того, чтобы она задулась сюда. Сила джедая? Нет, она не управляется силой джедая. Ну, я, точнее, не то, чтобы не управляется, я могу ее замедлить. Но это ничего не дает. Сила джедая, все, что дает пока что на данный момент, во всяком случае, это замедление, bullet time. Теоретически это bullet time. Только это bullet time на одну цель, на которую ты выбрал. Слышатся мелодичные перезвоны, что-то еще. Голоса? Из прошлого? А? За этой стеной ветровая шахта. Да, я вижу. И я не понимаю, почему я не могу перерезать ее своим лазерным мечом. Это же лазерный меч, братик. Ах ты... Вот почему то же самое нельзя сделать на имперцах. Вот это вот правильное разрезание мечом. Вот так выглядит лазерный меч. И так он работает. И это правильно. Пока что нет, но понимаешь, может быть в будущем можно будет, когда я прокачаюсь. Я ж не знаю. Это пока только, грубо говоря, начало. И пока нельзя. Не душить мечом, ой, мечом, силой, не что-нибудь еще делать силой. Пока что у меня есть только bullet time. На одну цель. На какое-то количество времени. Немножечко чувствуется бесполезность моего меча с точки зрения логики, потому что какого хрена, серьезно, вот иногда думаешь, почему я не могу разрезать какие-то очевидно разрезаемые предметы лазерным мечом. Это немножечко лично для меня портит атмосферу и аутентичность, потому что, твою мать, я, конечно, понимаю, что просто в игре должны быть загадки, и их сделали вот именно вот так и никак. Но серьезно, имея вот такое вот оружие, ну просто логично, что по факту ты можешь разрезать камень, сталь, да хрен ты все можешь разрезать. Серьезно, потому что это, вот эта вот байда режет все. Но она не режет штурмовиков, а не режет камень. Вот хоть ты тресни, тут бетон сделан из непонятных вещей.
Я понимаю, что в костюмах люди, но все равно могли бы рейтинг повыше поставить. А. Блять. Простите, бомбит. Ну просто серьезно, это даже не головоломка, это называется просто успеть добежать на клавомыши, пока. Как я люблю консоли, как я люблю консольные порты, как я их обожаю, как же вот консоли, вот консоль, вот консоль, и этим все сказано, вот консоль, вот это сука консоль, вот здравствуйте, я консоль, привет консоль, а я компьютер, давай дружить, нет, сука, мы не будем с тобой дружить, иди нахуй, все, что могу сказать. Это называется игра, рассчитана на консоль, ее с консоли перенесли на компьютер. Сука, ебаная, мра... Не на боссах, не на мобах. На грёбаном маятнике. Я думал, я буду гореть на боссах. Серьезно, я... Ёб твою мать, серьезно, ёб твою мать, Грак, просто какого... блядь, это... Я очень многословен, я понимаю. Ладно, хорошо. Это что за звук такой? За этой дверью явно есть кто-то не очень хороший. Фух, так, хорошо. Все, не бомби. Успокойся, не гори. Просто обидно, что это была даже не головоломка, это все было вызвано просто неудобством управления. Спарта. О. А ну-ка, погоди, а ты кто? Впервые такое вижу. Здрасте. Я тоже такое впервые вижу, что ты умеешь? Них. Понял. В принципе, ты не выглядишь сложно. Да ёб твою мать. Ты по площади работаешь. Бросай! Да, блин. Не, на самом деле он изи. Кстати, ты пета получил?
Ты, которая за одну милю? Да, получил. Если он один был, то да. Угу. Я лишь начинаю понимать, как это работает. Хорошо. Я порой не всегда понимаю, как он цепляется. Вот серьезно. Он это делает сам, и это порой происходит очень странно. То ли я туплю, то ли я туплю, то ли я туплю, я не знаю. Новый класс? Неа. Я не понимаю, я, сука, я весь Dark Souls прошел на Г++. Я в ебаном джедае подыхаю на каждой... На каждом миллиметре. Как я это делаю? Почему, сука? Ну, никогда такого не было, и вот опять. Чат, как вам игра? Красивая игра, правда? Не надежда человечества, я последняя надежда джедаев. Я могу сказать, им нихуя не повезло. Но у меня есть волшебная магическая кнопка. F5, F6. Ну, грубо говоря, загрузиться. Правда, здесь не нужно, но... Ой, бля. Не, так самое забавное, что в принципе я признаю, в игре нет ничего сложного, и в том, где я подыхаю, нет ничего сложного. Просто почему-то я подыхаю. Я даже сам не сильно понимаю, почему. Причем я четко знаю, что делать и как это делать. Как вот с тем же маятником, ну, по какой-то... Блин. Знаю. Видимо, сегодня я не знаю. Донать мне, чат, донать. Люби меня и донать мне. А я могу остановить ветер, интересно? Я ведь бурю остановил. Я бы не удивился просто, если бы я еще и ветер мог остановить. Почему нет? А может, я как-то по стене могу пробежать, не? По этой не... никак, да? Первый раз такой образ. Что индикатор силы на нуле. Ах ты, да откуда вы вылазите? Я ж тебя вроде убил. Или это уже... Блять, как я это делаю? Ой, сдохни. Я вас проще... Всех убить, чтобы просто... Душе было спокойнее, даже если я туда вообще никогда не вернусь. У меня все стимпаки кончились. Сука. Не, вообще забавная игра. Я не могу сказать, что она плохая. Вот серьезно, я не могу сказать, что она плохая. Она весьма неплохая, очень даже неплохо сделана. На самом деле в ней все прикольно. Пока каких-то весомых минусов для себя я даже сказать не могу. Это я туплю. Вот я признаю честно. Честно признаю и честно понимаю, что это не косяки игры. Это что-то я сегодня какой-то немножко ебанутый. Но в остальном игра очень даже неплохо. И сделано хорошо. Мне даже не стыдно признать, что это я туплю. Оп. Световой меч решает не все проблемы. Да, братан, особенно твой. По какой-то причине он вообще половина проблем, которые мог бы решить Изи, не решает.
Странно, что их сдувает только к тому моменту, когда именно я подхожу. А до этого они почему-то не сдуваются, а благословенно ждут моего подхода. Минус нога. Лодыжка, как минимум, ключица, и вообще я должен был быть весь переломанный вдоль и поперек. Но какого-то хрена я все еще даже бегаю. О, привет. А у меня стимов нет. О, блин. Здрасте. Опа. Опа. Здрасте. Хорошо, что я уже знаю, кто ты такой. И я знаю, что ты можешь дать пизды. Да, блин, достал. А предыдущий так не делал. А я, кстати, получается, первый раз умер от врага. То есть это, получается, первая смерть в игре. Потому что до этого были другие смерти. Чат, как ты думаешь, почему я так туплю сегодня? Чат, ваши предположения. Предположение А. Стример не поел перед стримом. Это правда. Предположение Б. Стример поспал 4 часа. Это правда. Оп. И предположение С. Стример криворукий. Что неправда. Чат, даю подсказку. Это неправда. Следствие. Прикольно, они все так улетают забавно. Так, у меня 3 стима, все в порядке. Значит, этого чувака я сейчас спокойно убью. Давай. В смысле ты? Ты до этого так не делал? Убей всех этих хреновин, пожалуйста. Убей их, убей. Иначе они могут убить меня. Изи, как я тебе вообще проигрываю? Это ёкаламане. Страйкер-то недоделанный. Ты куда стреляешь? Ах, ты с ноги мне дал, да? Сюка. О, сюка. О, сюка, сюка. О, сюка, сюка, сюка. Нормально. Что это такое? Откроем, посмотрим. Так, я немножко роботом вытру стены, я надеюсь, он не сильно по этому поводу обидится. И где я сейчас? Почему-то мне это все равно, чем больше я иду, чем дольше я иду и чем дольше я играю, напоминает Лару Крофт. Древние статуи. Эти статуи вырезаны из стен пещер. Они изображают Зеффо, который держит сферы, возможно, такие же обеспечивали
энергии их гробницы. Ага. Окей. Замечательно. Великолепно. Чудесно. Офигительно. Это женская раздевалка? А я думал, я в щелочку заглядываю. Ай. Это было неприятно. Да в смысле? Ну тут пока убежишь, я вижу, что камень летит, но он же двигается со скоростью... Соберись. Джедаи не ищут агрессии, мы противостоим ей. Сила помогает нам в этом. Препятствия на пути определяют сам путь. Что стоит на пути, становится путем. Ну, попробуй еще. Толкни шар, пока он не докатился до тебя. Ни хрена себе. Следи за шаром внимательно. А, ну тут я долго это делаю, блин. Хорошо, это нужно заранее. Продолжай. Быстрее, заверши испытание. Это нужно задолго заранее. Становится путем. Получилось. Раньше я так делать не мог, а теперь меня научили. Отлично, теперь я смогу преодолевать некоторого рода. Мой друг, дверь. Взгляни на рисунок на этой коре. Это неповторимая текстура. Это может быть только дерево в Рошерско-Шиика. Пора обратиться к старому другу. Если Зеффа бывали на Кашиике, существует большая вероятность, что вождь Тарфул знает об этом. Здрасте. Мне лучше по старинке буллет таймом, ладно? Буллет тайм он как-то надежный. Да ты гонишь? Ты гонишь. Господи, вы же изичные. Это срез. О, очко навыков. Отлично. О, не только очко навыков, еще и целая куча новых вещей. Ты посмотри. Кэл воспользует... восполняет больше силы при убийстве врагов. Восполняет немного силы при попадании по блокирующему противнику. Одерживание толчка позволяет Кэлу отталкивать группу врагов, ошеломлять врагов крупного размера. Ну, такое себе. Удержание замедления позволяет Кэлу замедлить цель вокруг себя, увеличивая длительность замедления цели. Это интересно. Увеличивает дистанцию, преодолеваемую Кэлом при выполнении атаки в рывке. Кэл может совершать еще одну мощную атаку после выполнения удара сверху. Я даже не пользуюсь пока что этим ударом. При использовании стимов
восстанавливает больше здоровья. Увеличивает максимальный запас здоровья. Блин, вот это определенно надо. Просто вообще must have. Восстановление большего количества здоровья. Вы что, шутите, что ли? Это соус игры. Это необходимо. Соус играх это крайне полезный ресурс. Так, хорошо. Ну, собственно, я вернулся назад. Что мне это дало? Ну, хотя да, я научился толкать. Наверное, для этого, в принципе, сюда и шел, я понимаю, да? Оп. Я все ждал, интересно, его раздавит или нет. Зараза, его не раздавил. Обидно. Этим шариком бы могло его просто пришибить нахрен. Ладно, придется тебя убивать, судя по тому, что я понял, да? Ну, в смысле? Я не могу эти пару развалины замочить? Почему я не могу на тебя навестись? Я ж тебя вижу. А вот так могу. Короче, когда прокачиваешь силу и замедление становится вполне неплохим, и еще плюс при этом тебе дают довольно-таки большое количество силы за удар, можно очень даже неплохо этим пользоваться. Во всяком случае, сейчас. Я там закрыл, там открыл, там перекрыл. Ничего не понял, но хрен с ним, ладно. Как-то работает и насрать. А где я, кто я и что я? И для... Вот, понял. Вот для этого, да? Сразу не заметишь. Uncharted. Uncharted, серьезно. Не, вообще прикольно. Из всего понемногу взяли, но получилось неплохо. Что тут? Откуда дует такой ветер в таком случае? Просто извне? Так, а ну-ка погодим. Нет, так ты почти правильно упал. Стой. Я ведь там получается... А, нет, так не работает. Я думал тем, что я поднял эту хреновину, я могу что-то исправить. Нет, не могу. Мне вообще надо как-то эту ниже опустить, получается. Чаво, а как это сделать?
Я могу тебя как-то вытолкать оттуда, нет? Вряд ли. Да, определенно вряд ли. Ах ты! Да! Нифига себе, у меня станлок от этого маленького пса. Это я приперся на начало. А, зато теперь я, получается, могу вначале затолкать эту сферу куда нужно. Я понял. Так, тихо. Надеюсь, я правильно все понял. Иначе будет обидно. Так, погоди, откуда еще дует ветер, я понять не могу. Он просто дует, я понял. Так, давай эти от ветра отодвину, а теперь каким-то способом... Да, давай. Красава. Тихо, 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 тихо. Что произошло вообще? А что поменялось? И? Ага. Зефы использовали их при медитации. Думаю, они обучали владеющих силой. Так это был тайник. Довольно явный тайник, на самом деле, учитывая то, что тут прямо вот эта вот сфера, которую надо закатить, и очень как-то прям явно показывала то, что надо это сделать. Поэтому это очень странный тайник. А зачем мне теперь тебя открывать? По идее, уже нафиг не надо. И это все, зачем я сюда вернулся, да? Приятно слышать. Ну, в любом случае, это было не зря. Так или иначе. Где-то должна быть еще одна сфера. Да, я знаю. Я сразу сказал, что мне нужна еще одна сфера. Вопрос. Я ведь не могу взять ту сферу и закатить ее сюда. Нет, никаким способом не могу. Следовательно. Эй, а нам не попадалась такая сфера по пути сюда? Мы на ней качались, да? Интересно, можно ли ее опустить? Ну как? Как ты хочешь, чтобы я ее пустил? Я перебил бы просто трос, но... Почему я не могу на нее запрыгнуть больше? В чем прикол? Я это делаю неправильно? То ли что? Ах ты ж ядрить, ты серьезно? А как она выпала, если... Я такого вообще не... Но при этом из этой конструкции она выпасть в принципе не могла. Она бы не пролезла. Ну ладно, положим, окей, хорошо. Как? 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 Ладно. Thank you.
Погоди, а может быть теперь она каким-то способом пробьет вот эту вот еще стенку? Я хз. По идее, как бы вот это вот место для сферы, для того, чтобы она погрузилась вниз, а потом я на эту сферу засунул ту сферу. Короче, как бы вот так вот, да, она погрузится, и тогда я смогу затолкать ту сферу, чтобы сделать хрен пойми что. Просто хорош. Тихо. На, я туда тебя не протолкну, да? Никаким макаром вообще этого не сделаю, да? На, сука, мужской футбол. Вот это шарик для боулинга, так я понимаю. Таким только страйки и выбивать. Сразу на всех дорожках. Так, ладно, хорошо, пойдем. Хорошо, что ты меня раздавить не можешь. Пойдем думать, куда тебя всунуть. Может быть, каким-то способом, хотя хер тебя знает. Подожди. Не, ну тебя, по идее, как бы надо наверх затолкать, но... Может, получится так? Нет, не получится. А, блин, хорошо. А, хотя подожди. Ты трамплином закатываешься. Я понял. Это просто очень тупо по одной простой причине. Когда я там бегу, меня ветром настолько сильно не подбрасывает. Хотя я вешу, ну, от силы килограмм, ну, 75, да? Ну, плюс еще робот и прочее. И я когда здесь стою, мне норм совершенно. А такая сфера, ну, не знаю, ну, несколько тонн точно. И при этом ее вот так подкидывает. Мне что-то сразу в голову из-за этого именно и не пришло. Оказывается, окей. Уи, ясненько. Так, давай тебя. Стой, 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 стой. А, фу, куда я тебя толкаю? Не туда, подожди, подожди, отсюда что не пройдешь. Тупанул. Стой, стой, да. Футбольный, мать твой, мячик. Стоять. Давай, поехал. Ты там сам доедешь? Нормально? Красава. Подожди. Наверное, но это не точно. Но, во всяком случае, попробую. А, нет, нихера. Не точно, значит. Так, подожди. И что? Ты катаешься кругами. Для того, чтобы что?
это мне нужно успеть. А если я тебя уберу, то двери закроются или останутся открытыми? А, закроются, да? Понял. Да, я могу пролезть, все в порядке. Я просто подумал, что эту сферу надо сюда притащить для того, чтобы вот здесь поднялись эти штуки, ступени. Оказывается, не надо. Понял, принял. Очень Зельду напоминает, реально. Там просто абсолютно точно такие же сферы были на головоломке. Один фактически в один. Так, здесь у нас еще одна сфера, да? Мы ее можем толкнуть, собственно говоря. А, ну так это та самая сфера, мы отсюда пришли, я понял. Давай, лети. Зефа отправились на Кашиик. Кордова упомянул некоего Тарфула. Вождь Вуки. Они были старыми друзьями. Думаешь, он еще жив? Есть только один способ это узнать. Полетим на Кашиик. Ну, даже не знаю. Я все это делал только для того, чтобы, в общем-то, узнать небольшое количество информации, плюс получить способность... Анга. Управлять ветром. Фушрот, да! Типа такого. Но могли бы, конечно, сделать с точки зрения того, как давать способности чуть-чуть поинтереснее. Но не знаю. В целом не могу сказать, что это было плохо. Так, что у нас тут хорошего? Мы что, сами открыли путь для Империи? Да, братан, сами. Имперцы безопасно стоят. Ни грамма не боятся летающих этих хреновин, да? Никто из них вообще никак на это не отреагировал. И самое забавное, что они меня в упор не видят. Я настолько стелс прокачан, походу, я не знаю. Серьезно, блин. Неудивительно, что они годами ищут джедаев. Интересно, где же джедай может быть? Блин, тут его нету. Блин, странно. Здесь его вроде бы тоже нету. Блин, странно. И, наверное, здесь тоже нету. Может быть, у них очки надеты от, как сварочного аппарата, черные вот эти. Может, они хера просто в них не видят. А походу и правда. Эй, йоу. Спускайся сюда! Да неужели? Ну и как, ты доволен? А другие даже не услышали тебя вообще никак.
Ладно, почему бы нет, в принципе, хрен с ним, давай. Ау. Не нужно до меня добираться, я сам до вас доберусь. Оп-оп. Щепочком. Он мой! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Сюда! Мы побеждаем! Да, есть такое. И что, он так просто уйдет? Нарушитель! Двигаюсь по следу! Да, блин. Мы уничтожим тебя! Отстань от меня. Я пытаюсь вот эту вот сволочь убить. Хорошо, что вы немножко туповатые ребята. Нет, не думаю. Следую за нарушителем! Давай, наверное, вот здесь подеремся. Чё тебе колбасит? Отступаю! Ребята, вы чё? Поймать его! Что с вами? Вы чё, Daft Punk переслушали? Преследую его! Не, ну конечно, я ни грамма не удивлен, что вы и правда годами ищете джедаев, вот серьезно. Сюда! Преследую нарушителя! Я не могу так трястись, как вы, пацаны. Холодно, что ли? Преследую врага! Отступаю! А может, вы меня бить начнете? Не, ну ладно. В принципе. А ты как? А, ты тоже? Что с вами происходит? Пацаны, вы чё? Следую за нарушителем! Сюда, кто-нибудь! Ладно. Надеюсь, подкрепление уже в пути. Ну, бывает. Бывает. У меня странные ощущения. Здесь собирались Зефа. Интересно, зачем? Я бы назвал это место сортиром. Вот серьезно. Так, в принципе, я даже не знаю, зачем я ее активировал. Опять же, перемещение как в бонфайрах здесь как бы нет. Что это? А. Ну да ладно, почему бы и нет. Тихо-тихо-тихо-тихо. Блин, тут еще успей повернуться. Ни хрена себе, куда? Вопрос снят. Блять.
Я даже не буду спрашивать, братан, на что ты вообще рассчитывал, когда делал вот этот вот план? Потому что ты же знать не знал, что снизу висит веревка. Хорошо, нормально. Все пучком. Все пучком. Все пучком. Все пучком. Нет, не пучком. У меня разгон теряется, из-за этого я, походу, не допрыгиваю, да? Хорошо. Вот это вот что было, так что. Да почему ты не хватаешься? Я что-то понять не могу. То ли я не долетаю, то ли что? В чем проблема? Ух, нихера себе. Какого, спрашивается? Ой, порой не понимаю. Но мне кажется, что если я с такой высоты грохнусь, я себе все ноги переломаю. Да блин, я не на... Что? Где? Почему? Я не понимаю. Самое сложное в этой игре — это вовсе не враги. Это управление и вот такие вот темы, как... прыжки и канаты. Это самое сложное в этой игре. Вот серьезно. Пока что это вообще единственное, что меня убивает. На самом деле, правда, это так. Окей. Ледяные пещеры. Одно очко. Так, максимальный запас здоровья. Время обычного бега и бега по стенам автоматически отражает выстрелы из бластеров. Блин, не знаю даже, надо ли мне это, если честно, правда не знаю. Так, максимальный запас силы. Вот это, кстати, мне надо. Да, давай, наверное, вот это лучше. Определенно полезнее для меня. Прям определеннее. Не выходи. Там недружелюбные соседи, туда я не пойду. Хотя лучше туда. Кто ты такой? Да ёб твою мать, вот это ты размах, братан. До свидания. Приуныл, братишка. Имперский офицер пыталась спрятать тут реликвию. Обвал заточил ее в ловушку, из которой она не выбралась. Так. Во-первых, у меня такое чувство, как будто все это место скоро обрушится. Во-вторых, я могу пойти туда и поубивать там собачек, потом пройти здесь, здесь и здесь и здесь. А могу пропрыгать там. И я хрен его знает, что из этого лучше. Ну, нет, не могу пропрыгать там, не могу, блин. Я вначале думал, я допрыгну, а потом только заметил, что, походу, не допрыгну. Да. Тут по инерции не сразу останавливаешься, этот персонаж еще бежит какое-то время. Да почему... Как это бесит? Ладно. Ah!
Вообще, это очень тупо, то, что какие-то сраные бараны гораздо сильнее, чем вообще все в этой игре на данный момент. Блин, даже вот эти вот полубоссы, или я даже не знаю, как назвать, элитки, вот эти вот жирненькие, которые были до этого, даже они гораздо слабее, чем бараны. Бараны в этой игре — это просто убийственная машина всего и всея. Ой, да иди ты на... Ты ведь не пойдешь за мной, нет? Мне даже и не сдался, братиш. Хорошо. Так, ты пытаешься меня убить. Это очень мило, но... Я тебя вижу. Я за тебя рад. А, то есть ты настолько умный, да? Вот настолько ты умный. Ну, положим. Положим. Эй, сэр, я под местом раскопок. Имперцы забрались дальше, чем мы думали. Не время об этом беспокоиться. Они идентифицировали тебя как джедая с Бракки. Прямо сейчас они ищут богомол. Передвинем богомол. Запускать двигатель не стоит. Выброс энергии тут же привлечет их внимание. Я вернусь как можно скорее. А долго нам еще ехать? Тут бонфайров настолько много, что... Не знаю, как-то вот прям много. Прям много-много. Ты даже не чувствуешь того, что тебе нужно дойти до бонфайра. Тут прошел полметра и появился бонфайр. Прошел еще полметра, еще один бонфайр. А, вы опять съедаете того же самого имперца, да? Норм, я понял, где я. А я смогу использовать силу, пока буду ехать на льдине? Сейчас узнаем. Да, смогу. Эть. Только вопрос, зачем, остается открытым. Ах ты мразь, ну все, ну джи-джи тебе, ну давай, пиши пропало. Давай, стреляй под себя и умирай. Давай, еще разок пулю, давай, давай, ну. Вот джедай, прям перед тобой. Быстрее, а то уйдет. Давай, мочи, братан. Давай, ну. Мочи. Блять. Ну, ты старался. Ну, ты тупень. Так, подожди, а что тогда получается там-то? То есть я сейчас смогу свалить, что ли, отсюда и все? Но что мне это дает, если я отсюда просто сваливаю? Мне это ни хрена не дает. А, ну да, мне и правда надо свалить. Ладно. Зато я эпично прокатился на этой льдине. Мне очень даже понравилось. На самом деле это было довольно здорово. И этот чувак, это, конечно, забей. Нет, блин, я не понимаю, но почему-то сам именно... Я сейчас говорю не про сложность игры, а про именно искусственный интеллект. Он очень тупой. Он прям как хейтеры на Ютубе. То есть он чрезвычайно туп. И... Не знаю. Как-то так вот странно. Игра крайне казуальная. Ну, она сама по себе, как бы, вот так сказать... Сделано, видно, что это не совсем все-таки Souls-like серия.
Это именно такая вот именно похожесть на Souls-like серию, но определенно не она полностью, как вот прям вот. Не отставай, вот беги один. Ни хрена. Вообще это очень странно, что самые сложные соперники здесь это всякие бараны, песики. Это очень странно. Но мне с ними определенно сложнее сражаться. Стреляет шагоход, а оружие выведено из строя. Это он? Скажи. Это он? Скажи ему, чтоб тащил свой зад. Да, блядь. Держитесь, я уже иду. А, и правда шагоход. Ты смотри, а у меня так много жизней, бля. Нужна помощь. Здрасте. Блин, мне бы просто бластер, я бы тебя убил. А что ты делаешь? Что это такое? Ага, окей. А что еще ты умеешь? Понял. Выглядит больно. Оба варианта мне не понравились. Беги один! Но ты боишься ящиков, они для тебя опасны, да? То есть ты на упор не знаешь, как обойти ящик или что с ним сделать. Хорошо, я понял. Ты под себя стреляешь? Ты серьезно? Хотя да, вот тут все под себя стреляют. А я могу отбить тебе обратно, лучше интересно. А. Окей. Я этим буду пользоваться. А, я не могу под этот самый зайти. Да? Но за то, как они все это сделали, конечно, респект. Я только хотел спросить, а где пилот? Ладно. А ты неплох, парень. Эй, приемчики у тебя что надо. Только скажи мне, что этот визит не был напрасным. Я нашел гробницу мудреца Зефа. Они пользовались силой. Развитая цивилизация владеющих силой загадочно исчезла. Неудивительно, что Кордова стал так одержимыми. Что еще ты нашел? Прежде чем исчезнуть, Зефа посещали планету Кашиик. У Кордовы был друг Вуки, Дарфул. Может, мы его найдем? Кашиик, я... Слушайте, там все очень плохо. Империя прессует этих Вуки только так. Значит, будем готовы к бою. Я думаю, такая жизнь подходит тебе. Бой с шагоходом придал тебе уверенности. Так как ты справляешься? Имеешь в виду с силой? Да, с силой. Помню, ты говорил, что она может подавлять. Что ж, я все еще в живых. Не хочу об этом говорить. Да, ну, я понимаю. Лучше, чем ты думаешь. Почему ты решила перестать использовать силу? Когда началось истребление, и наши клоны-штурмовики пошли против нас. Мой подаван и я взяли несколько юнлингов и подались в бега, но это было недолго. Имперский патруль почти нас обнаружил, поэтому я попыталась увести их от своего подавана, Трилы. Она осталась вместе с юнлингами, но они поймали меня. И они пытали меня.
Они хотели узнать об остальных и сколько нас осталось, но больше всего они хотели узнать о Кордове. И куда он делся. Но ты сбежала. Да. В тюрьме был бунт. Я получила шанс и воспользовалась им. Но они почти сломали меня. И я уже не та, что была, Кэл. Твой падаван. Она выжила? Нет. Мы потому и не можем сдаваться. Нельзя позволить, чтобы жертва самых близких была напрасной. Другая планета, да? Закончим на этом серийку. Группа... Пишите комментарии, ставьте лайки, делитесь с друзьями. Анонсы стрима в группе ВКонтакте. Группа, все ссылочки в описании. Вообще все нужные и необходимые ссылочки в группе ВКонтакте. На Ютубе в шапке, в описании под видео. Важные такие моменты, да? Имейте это все в виду, а пока на этом, в общем-то, закончим эту серийку. Но сейчас я, наверное, еще проведу одну. Имейте это в виду. Вот.